И всем привет, Я с тобой Клантайка, если что, играем в Roblox игрушку под названием Магнит Battery Симулятор. Магнитная батарейка Симулятор? Если кто не знает, что это за игра, а это игра от э -э Робзи мне хотелось посмотреть, и честно, я первую игру не его не знаю, но увидел пост в Ютубе, а, то, что это вторая игра. У нее есть такой кодик, тут релиз, и на самом деле много людей играет, это круто. Много людей играет, и надо обязательно об этом посмотреть. Есть, кстати, даже покупка за робоксы, что-то, какие-то батарейки. Кстати, покупка достаточно лояльная. 250, 30, 250 плюс 5 петов. То есть это не так много, плюс 50, 500 Максимально... А, это максимальное. Максимальное количество петов. А 330. Лояльно. Кстати, донат лояльный. Это хороший донат. Но не знаю. Ютуберские игры. А игры от ютуберов не совсем продвигаются очень сильно хорошо. Кроме того, что... Кроме тех игр, которые именно... Из-за того, что ты креатор... Ну, это... Создатель игр. Из-за этого у тебя создаются... Uh, игра. А, нифига себе круто! Смотри, взяли пресет из uh, Pet Simulator 2, то есть графика, вот эта вот графика, вот эта графон, то есть и пета даже очень похожа на Pet Simulator 2. Это достаточно круто, это то есть на новый вот такой вот небольшой уровень, так бы как бы так сказать перешло все это. Нужно нам взять вот этот магнит, магнит очень красивый, как ни странно, У -у 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 -у, это бомбочка будет, ха? Uh -huh. Красивая надпись, круто, круто. В отличие, я опять же буду сейчас вспоминать бикиперса. В отличие от бикиперса, я уже вижу приятную игру. С учетом того, что она от Робзи. Хотя не знаю, как там от Робзи это все пришло, но через его группу продается. Поэтому, может быть, специально для него ее и создали. Может быть, э специально. Смотри, я читеров видел. Я... А, это телепортнулся, он сдал просто. Я уже думал читера тут. Господи, что ж со мной не так-то? Везде они мерещатся. Так, пойдем дальше искать тут что-нибудь. Продали. Тут есть петы. Тут главное... А, цель вообще вот этих всех симуляторов это накопить хотя бы на первого пета. Первый пет стоит у нас 835... А, релиз! У нас же мы скопировали. Релиз. Enable... Сейчас. Я еще и без звука играю. Я молодец. Приятно. Я только что это понял, что я играю без звука. Кстати, в что-то конкретно. Косяк с музыкой и со звуком. Вроде отключили. Код ввести вот сюда. Релиз. Чё? Нам нельзя. Нам не дают код. Нам нельзя этот код ввести. А, полторы тысячи есть. Все. У меня есть полторы тысячи вот этих монеточек все-таки 175 5 к давайте вот этот возьмем пета цель а, таких а, симуляторов это взять это взять а, первых питомцев Эквип. не знаю как игра пойдет не пойдет но игра все-таки Робзи, поэтому нужно будет все-таки заценить вот видишь по 47 уже уже очень много 175 нам нужно буст а, шоп это наши ботиночки. А, бутс, бутс, бутс-шоп. А я буст прочитал. Рюкзачок, что нам прям вообще нужно? 60 стоит? 150 стоит? Да, я так понимаю, 150. А у нас 700. 800. Вот чуть-чуть надо до 800 докопить. Давайте еще раз пробежимся. Посмотрим, сколько нам что дадут. Сел 760. Ой, мне вообще прям помалу дают. Я что-то не понял, мы что собираем? Мы еще какую-то. Мы пета, что ли, качаем? Манел, баттери, 1,3. Не очень понял. Ладно, давай за 150 купим. И проверим сейчас это. что то мы еще собираем. Я так не могу понять, чего Что че такое? А, -а, -а, а смотри, такой же сундучок. И где такие сундуки видел, которые по времени открываются в какой-то другой игре. Точно видел. Но Ой, oh, я же, я думал опять читер. Но графика, честно, очень-очень-очень красивая. Так что ладно, собираем. По... А, по 2,9. Все, просто тут, видишь, не целые числа. То есть, э -э не... Я хочу... Следующая локация... 50К. Господи, как же много. Э -э 500К. Смотри, в разноплановые места идут. Там что-то, смотри, там что-то строится. Или там завод. Там завод. Или фабрика. Фабрика, наверное, да, фактори. Фабрика. Фиг его знает. Там у нас снеговичок. Очень красивая локация. Я уже даже отсюда вижу ту следующую локацию, в которой мне действительно хочется пройти, проникнуть. Ну, то есть посмотреть, что там будет, как я там буду бегать. Поменяется ли музыка? Кстати, вот эта вот штука, я уже давно говорил, ну, в других обзоров, обзорах, обзорах, э, симуляторах. И очень тема, прикольная, когда ты в другую локацию переходишь, а. Музыка меняется, это очень круто. Так, нам нужно еще 800 найти, чтобы э, взять еще одного Пета. И давайте я, знаете, что сделаю? Я сейчас за кадром э, накоплю, наверное, какое то количество, какое-то количество уже э, вот этих вот батареек или чего. <laughs> я даже не знаю, как это назвать. Да, батареек, наверное. Вот этих вот батареек накоплю уже. Или монеток, да, лучше монеток, да, сказать правильно. А, накоплю определенное количество монеток, чтобы открыть следующую локацию, и уже дальше будем смотреть. Может быть, что-то еще параллельное рассказываю потому что все-таки игра так прикольненько сделана. Хорошо сделана игра. Я пока ни одного косяка не вижу, то есть должно быть много косяков, но их как бы нету. Честно, их нету. Почему не знаю. Сюда мы сдаем, да? Продаем. А куда мы продаем все? Я забыл. А, сел. Вот сюда. А, рядом магазинчик. Все, вижу, сел. Я просто что-то задумался, что я забуду, скорее всего, сказать еще одну очень-очень деталюгу, которая мне действительно нравится. Я не знаю, я такого еще пока нигде не видел, но вот первый раз вижу. Смотри, помимо того, что сделали вот это здание, как бы бутафорию здания, да, на них, на зданиях, нарисована, как бы моделька того, чего оно делает. То есть, цел, деньги лежат, кэш, короче, лежит. Возле магнитов по покупке магнитик стоит, тут вот ботиночки стоят, крутые какие-то, да. И там вот какой-то очень крутой рюкзак, причем с крыльями. И выглядит действительно клевый, который прям хочешь хочет получить. Но помимо этого, смотри, тут такие вот Ай, эффектики классные показано. Это круто. Вот это я вот такого, кстати, еще, ну, ну, я нигде не видел. И лично я нигде не видел. Я просто, может быть, в современные что-то уже симуляторы мало играю, но нигде не видел. И еще, плюс, еще хотел вытащить еще одного пета, потому что он нам э, жизненно необходим. Потому что мы можем с собой таскать трех петов, и нам нужно как можно быстрее заполнить вот это вот э, количество петов. И... Ну и сможем благодаря этому быстрее собирать. Все. Все собирать намного быстрее. Все, теперь точно встречусь с тобой через секунду расскажу, какие тут нюансы, монетки, моменты и нюансы. А, вот он телепорт, видишь? Это те, вот телепорт, он, кстати, платный. И это, кстати, очень крутая штука по поводу телепортов платных. Была, была такая Блоб симулятор 2 игра. Это наподобие пета-симулятора игры. И, э, в общем, у них была такая же штука, что телепорт нужно было покупать. А он э, локальная была игра, вот так же, как тут, только не в три стороны, а в, только прямо идешь. Прям, 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 как в пет-симуляторе. Все то же самое. Вот. Но там настолько ты далеко уходишь, что. Блин, надо покупать телепорт. Прям вот игра вынуждала покупать телепорт, и он как бы был оправдан. И у меня в голове было то, что он платный, ну и ладно. Ну и платный ничего. Ну это нормально. Поэтому, а тут он тридцатку стоит, поэтому может быть это даже и хорошо, что они придумали. Если они будут все-таки вынуждать именно покупать вот этот вот э, телепорт. Там, посмотрите. Кстати, что по настройкам-то? Саунд, какой-то эффект есть. Мьюзик, у, -у клёво, 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 на клёво. Есть индекс, заметь, есть индекс. С самого начала игры есть индекс. Не понимаю, как он здесь работает, но индекс есть. Какие петры вообще существуют, я так понимаю. Единственное, что только непонятно, кого я вытащил, кого не вытащил. Я вытащил вот этих двух, поход делал, да? Нет. Я вытащил вот этих двух, но у меня не показано, что они у меня вытащены. Но зато есть прикольный эффектик. И вот такой паука красавчик просто. Смотри, вообще клево. Где-то такого я видел, Пета, А может быть, и мне просто кажется. А, поиграв еще немного, я понял, понял, осознал то, что я не покупаю вещи дополнительные, которые, вообще, по идее, тут а, как бы очень важны. Я копил на петов, не понимая, что тут важный на самом деле это магнит. Благодаря магниту мы с большей с большим, с большим расстоянием собираем вот эти вот всякие батарейки. Это круто. Вот, и э, хотел еще сапоги купить, но там они стоят 1200, я так и перехотел, блин, сразу. У нас можно покупать только, получается, рюкзак, э, ботинки и э, магнит, ну, еще и петов, конечно же. Поэтому сейчас коплю на третьего пета и уже потом буду покупать, наверное, э, копить на новые сапоги и уже выходить на 5000. Я так думаю, вот так вот нужно идти в такой периодичности, хотя не уверен, может быть, сейчас можно лучше, точнее, попробовать взять другого пета. И еще одну фишку хотел сказать. То, что у них яйца не подсвечены, как во всех других играх. Это немножко выводит. Ну, то есть из-за недоделанности, что ли, так сказать. И там текстура, точнее не текстура, а шрифт не очень. Сейчас объясню. Ф -ф -ф про это... Это... О чем я говорю? Объясню. То есть, если ты подходишь к яйцу, у него, видишь какой такой шрифтик такой, как будто не из этой игры. Как-то непонятно. И не показано, что там, конечно, существует. Вот тут, вот, скорее всего, выпадает, кстати, вот из этого, скорее всего, выпадает яйца. А, скорее всего, выпадает как раз вот эта вот кранчик. Ну и вот эти вот строители. Я думаю, вот эти вот пять петов. А, ну это... А, -а, а, смотри. Скорее всего, это по яйцам идет. То есть, а -а, вот одно яйцо, вот второе яйцо, вот третье яйцо. И вот четвертое яйцо. Вот четыре яйца. Смотри, как удобно сделали. А, я бы не догадался ни разу. То есть, вот с этого, это все, что выпадает с первого яйца. Это все, что выпадает со второго яйца. Я хочу второе яйцо. Я хочу вот этого паукана. Вот э... О, я хочу второе яйцо. Второе яйцо это вот эта вот мумия. 5к она стоит. Не хочу, я перехотел. <с -2> второе яйцо. Все. А, пойдем, заберем третий, третий, третий наш, нашего пета. И мы можем понимать, какая какая рарность у нашего пета. Это круто. Открывается достаточно быстро, хорошо. Какого-то нам медведя дали. Мы можем посмотреть, что медведь это... Вот этот вот. О, это клевый. Это предпоследний пет в этой игре. Это круто. Ой, в, в этом яйце. Блин, телепортируется. Я все думаю, что это какой-то там глюк, лайф, этот, как там, не лайфа, а какой-то глюк. А это люди просто сдают, продают предметы. Итак, Набрал я все-таки 5000 э, вот этих вот монеток, коинов этих. И что могу сказать за игру. По поводу игры. Э, мне не нравится то, что нету действия мышки. Это очень сильно как-то. Непонятно, чтобы только камеру вертеть, я так могу все на клаве делать. Но ну, смысл, э, смысл игры теряется. То есть я не понимаю. Лучше, мне кажется, надо было магниты, чтобы они включались или выключались. Или как-то так это все работало. Итак, открыта все-таки новая локация, и тут новые батарейки. Батарейки немножко измененные, но первый минус. Не поменялся музыка, точнее, не поменялась вообще музыка. То есть это не как подлокация, а как одна общая локация разделена зонами. То есть, это как зона в первой локации. Музыка одна непомененная. Это, ну, это самый главный минус. Я не знаю почему, но мне очень понравились э, предыдущие симуляторы в которых вот в каждую локу заходишь, и ты как бы погружаешься в эту, лок, лок, в эту локацию. То есть в зимнюю локацию там зимняя музыка какая-то такая. Хотя зимнюю музыку я даже не представляю ее. Но в эту локацию можно было бы какую-нибудь музыку другую запихать. Ну, то есть разная музыка. Это, наверное, я не знаю, это сложно или легко, но, в общем, это, конечно, было бы прикольно. Телепорт, понятное дело, нужен, но я так понял... Я так сейчас понял, что вот этот вот участок это все. Пока что по игре все. А дальше будут переходы из вот этих трех зон. То есть э, вот эта фабрика это открытая зона, вот это вот зимнее, и э, получается у нас пирамиды. И все, больше тут локаций пока что в игре нету. Ну и в принципе смотреть-то мне и не на чего. Э, далее, э, что-то хотелось мне сказать по поводу еще этой локации. Ну, то, что людей тут нету, это ладно, это пофигу, потому что мы уже э, сказали э, то, что э, батарейки каждого свое. Мне не нравится все-таки, что тут нельзя кликать. Нельзя кликать. Зачем мне. Почему тут я не могу кликать? Почему эта игра без действий? Это как бы больше. Это симулятор, получается, не магнита и батарейки, а симулятор ходьбы. Ну, мне как-то больше напоминает и. Ну, по-другому никак. Ну, может быть, в других симуляторах магнита тоже не надо было кликать? Ну, хотелось бы. Просто хотелось бы покликать. Но это... это, это может быть, опять это мое личное какое-то такое а, сумбурное мнение. И а, все-таки я еще не уверен по поводу петов. Вот сворованы они все-таки в симуляторе Пет симулятор 2 или нет? Но... Они выглядят такие же. Вот прям вот такие же. Вот, ну, ну сколько я вспоминаю сейчас, два, они такие же. Может быть, там у них как бы свободный доступ, и мо мо можно открывать все, что захотим. Не уверен в этом. Но вот хотелось бы. А, он даже и подписан. Тир 2. Вот видите, тир 2. И вот это вот у нас тоже как бы вторая локация. Это удобно, удобно. Кстати, прикольно сделано. И они как бы похожи. Они очень похожи на вот именно... Mm. яйца похоже по тематику вот этого как раз штуки но можно было яйцо вот это вот место 4 вот этого яйца а, разложить в именно в эту локацию ну и как бы тут сделать цел но опять же я говорю тут сделали телепорт и этот телепорт подразумевает то что ты его должен купить ну то есть это байт на то что купите телепорт это, а, это, это стенка от зимней локации. Все, понял, понял, понял. Ой, окей. Все. Но яйцо, яйцо могли бы оставить в этой локации. Было бы круто конечно же. А, где... Во, облачка. Такие же облачка, кстати. Ну, я говорю, тут стилистика Pet Simulator 2, и тут как бы сравнивать с Pet Simulator 2, это глупо. Это все таки две разные игры, и, скорее всего, две, ну, понятное дело, два, два разных человека делало, Просто именно, я так думаю, Робзи просто любит симулятор, Pet Simulator, и первый, и второй, ну, прям я первый, прям просто я помню, он балдел, вот от него. А второй я не знаю, ему понравился, не понравился, но мне не понравился точно он. Мне понравился он, конечно, графикой. Он мне не понравился действиями. А, что вот я бы, я конечно бы ему вот так вот посоветовал. Мне очень понравился вот как вот сделаны вот эти вот а, а, петы индекса. Но их нужно было бы сделать темными и чтобы ну понятное дело ты открыл и у тебя он тут появился. А это просто как индекс, как а, дневник, я не знаю как. Да, как дневник получается. Но вот был бы прикольно. Вообще, по идее, я люблю, когда в индексе еще какие-то есть описания. Это было бы еще тоже по прикольненько. А, по поводу ЛЕГ. Вот это я понимаю Лего. Вот это Лего, это Лего, Лего. И вот тут вот тоже три Леги. А, вот тут не, это не Лего, это Эпики, я так понимаю. А вот это Лего. Одна единственная Лего, пока в игре. Ну, это я, я так понимаю, на самом деле тут не уверен. Вот тут ну, как-то написано, да? А, ну Камонки, да, на ну, данном ну, анкамонка вот написано. Ну, прикольно, ладно. Ладно, да, прикольно. Вот это вот. Вот, это вот, вот эти вот моментики, ну круто, круто сделано. Мне, мне, мне пока что вот это все нравится. То есть, и вот это бы перенести бы в какие-то другие игры, было бы круто. Очень большой рюкзак. Наверное, все-таки у Робзи вот эти какие-то были, может быть, предпочтения по поводу других игр. Может быть, из-за этого. Можно купить коины. Uh, О, а много-много-много стоит, дороговатенько. Ага! -а -а -а. Чё нету а есть все вот он этот магазинчик а, Трип у, -у, у можно открывать сразу по три яйца Трипл open egg но тут нету такого да я так понимаю или эрка это и есть три яйца открытия непонятно эрка же вроде авто всегда было не знаю вот это может быть они напутали x2 батарейки можно купить недорого телепорт копейки вообще стоит ну, 10 рублей, получается, стоит. А, плюс 500 максимально петов. Недорого, возможно, было бы. Есть смысл. Не уверен, что и смысл есть. И Space Magnet. Очень крутой магнит за 799. А, а знаешь, что нужно было бы? Вот сюда вот это вот сделать. Вот это вот. Типа предложения И предложение сделать, например, на месяц. И тогда вот эту вот штуку купит намного больше людей. Space Magnet. А так... Смысла от этого я не вижу. То есть, магнит покупать вот этот, чтобы потом вышел более крутой магнит, который круче, чем в этом магазине. Не, опять нету смысла, нет интереса к игре. А вот как эксклюзивный какой-то магнит было бы круто. Но это личное мое такое действие, такие мои заметки, как со стороны обозревателя. Ну а так игра в целом крутая, крутая, мне очень нравится. Я, единственное, мне вот тягомутная вот эта вот фигня, беготня, мне не очень понравилась, из-за того, что... У меня все-таки магнитик слабенький, а, из-за того, что, кстати, следующий магнит там сколько-то стоил, там прикольный магнит такой есть, и они, с ним много ребят бегают, вот этот, вот этот первый магнит, который дает а, Boost X2, все остальные X1 дают, а он дает Boost X2, и 35 тысяч он стоит, вот, кстати, вот этот магнит очень крутой будет, он такой длинный на палочке. И а ты больше радиус будешь собирать, но это опять будет беготня. Нужно что-то сделать за кликом. То есть если ты кличишь, у тебя магнит становится сильнее или что-то такое. Но я не знаю, как это сделать. Я не разработчик игр. Я просто говорю свои замечания. Опять же, ребят, и, и я не хейчу игру, потому что игра, ну, действительно прикольная. Да, реально прикольная игра. Все, все, что мне хотел сказать. Какие-то минусы, плюсы я сказал. Да и все? А тут все, я я, я по всю игру рассказал вам, <laughs> все, что тут вообще есть. Может быть какие-то тут еще секретики есть, но об этом я, понятное дело, пока что не знаю. А, если вы какие-то секреты или то, что я не сказал, расскажете мне, я только буду за и только буду рад. Особенно если будет много каких-то там положительных комментариев или лайков или что-то еще, я обязательно буду продолжать снимать эту игру, потому что мне, в принципе, интересно какую-то вторую игру. Yeah которая интересно вам поснимать, потому что, ну, Бикиперс не та игра, в которой мне хочется играть как вторую. Ну, это глупо, симулятор пчеловода и так. Давай в Бикиперс играть. Поэтому <плёдно> я лучше от games Геймс. Я даже я забыл, как его называется. Так, сейчас давай, давай посмотрим Лив. Лив, уйдем из игры и посмотрим. Робзи uh, Роблокс uh, Funny Games. Это его группа. Я просто вот так вот проверил. Я сначала думал, что uh, не факт, что это от Робзи, но вот это вроде его группа: 100 тысяч подписчиков. Кстати, а сколько у меня-то? 100 тысяч подписчиков и... А у меня 7 тысяч. Ну ладно, хорошо. У нее так и было, я помню, изначально вот эти 100 тысяч подписчиков. И в чем еще прикол? У нее, я всегда проверяю по стори, У него вот тут вот футболка. И вот эта вот футболка мини 5000 робоксов. Она для того, чтобы закидывать сюда э, денежку. Вот так вот. Может быть, а сейчас э, Робзи сделает после вот такого таких вот двух замечательных игр. игр. У него две игры получается. Это вторая игра, если что, магнитная. Вот. Если после вот этих двух игр, может быть, он сделает свой какой-то магазин и будет продавать дешевые робоксы. Может быть, но не уверен в этом. Скорее всего, он пойдет по официальному пути. Скорее всего, он пойдет по официальному пути и будет робоксы либо сам тратить в играх, потому что он много очень тратит робоксы. Либо... Будет продавать Robuxы а, в Roblox. Это также можно делать. Можно, можно, можно. Креатором можно такую фишку делать. В сам Roblox продавать не очень выгодно, но можно. Все, <laughs> не забываем подписываться, не забываем ставить лайки, не забываем писать клевые офигительные комментарии. Вообще, как вам, кстати, вот эта игра, а, зашла, не зашла, играли ли вы? Если что, ссылочка на игрушку будет в описании. Мне высветилось это, у меня даже, я, я не подписан на Робзе, но мне высветилось уведомление, что у него, типа, как-то вышла игра. В сообществе, YouTube сообществе мне высветилась эта игра, и это было очень-очень странно, поэтому решил показать. Ну и рассказать об этом. Все. Всем спасибо. Всем пока-пока.